Государство продолжит поддерживать сельское хозяйство. Средства выделятся на субсидирование кредитной ставки. Об этом Дмитрий Медведев сообщил на встрече с председателем правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым. Этот банк получит 68,5 миллиардов рублей по системе докапитализации. При этом кредитная организация должна выполнить ряд условий. Речь идет, в частности, о поддержке малого и среднего бизнеса и развитии ипотечных программ.